Первыми 28 сентября в Ледовом дворце «Большой» выступит группировка «Ленинград». В преддверии гонок лидер коллектива Сергей Шнуров прокатился на гоночном такси по Сочи-автодрому. Очень круто. Вот мы сейчас прокатились, сродни, не знаю, как будто выступаешь перед полумиллионной аудиторией, очень адреналиново и вот. Для владельцев билетов в VIP-ложи автодрома проход на концерт будет бесплатным. Обладатели билетов на трибуны и в зону свободного размещения смогут попасть на выступление Шнура с 50% скидкой. Для них стоимость посещения концерта составит от 990 рублей. Также во время гонок в Сочи выступят группа B2 и последний романтик отечественного хип-хопа «Баста». Эти концерты пройдут на центральной площади Олимпийского парка. Вход свободный для всех обладателей билетов на Гран-при России. Петля Нестерова, Касая петля, бочка, колокол. Эти и многие другие фигуры высшего пилотажа гости Сочи автодрома увидят в рамках выступления авиационной группы «Стрижи» над небом Олимпийского парка. Вместе с выступлением летчиков состоится фестиваль драйва и моторов. Болельщики увидят захватывающие выступления знаменитых российских дрифтеров, экстремальные трюки и многое другое. Возле главной трибуны Сочи автодрома во время уикенда будет работать фан-зона, где на симуляторе гости попробуют себя в роли настоящих гонщиков. В целом в Олимпийском парке Сочи будут открыты десятки площадок с различными активностями.